Здравствуйте! Темы наших передач выбираются не случайно. Я беру самые распространенные вопросы, с которыми ко мне обращаются в наш оздоровительный центр Акрида и непосредственно ко мне. Я провожу консультации и вижу действительно те характерные проблемы, которые сейчас беспокоят очень большое количество людей. Вот даже сегодня я приехала после консультаций и взяла тему анемии, железодефицитной анемии. Я решила обратить на нее внимание, потому что очень многие люди сейчас страдают этой патологией. Патология анемии заключается в том, что уровень гемоглобина очень сильно падает, а количество эритроцитов в крови уменьшается. Именно из-за этой неприятной патологии люди ощущают очень популярные и широко распространенные симптомы, такие как слабость, раздражительность, высокая утомляемость, депрессии, плохой сон, головокружение. Очень часто проявляются симптомы анемии в боли в мышцах, к примеру, к боли в сердце. Иногда возникают достаточно неприятные ощущения и такие недомогания, которые доводят людей там, практически до обморочных состояний. Поэтому, если вы почувствовали такое недомогание, постоянную слабость, плохой сон, раздражительность, то вам следует обратить внимание на состав своей крови. Вы можете сделать любой анализ, который покажет вам, даже общий анализ крови, который покажет вам количество эритроцитов, лейкоцитов в вашей крови и, конечно же, уровень гемоглобина. Почему нужно обратить внимание на эту проблему и как можно определить эту патологию и, в частности, с чем она связана? Давайте рассмотрим самые распространенные причины возникновения анемии. Во-первых, это и самая распространенная причина – это, конечно же, недостаточное и несбалансированное питание. Очень часто люди, которые решили поголодать, стать вегетарианцами или сыроедами, неправильно немножко подходит к этим темам. Я абсолютно не являюсь ни в коем случае противником вегетарианства или сыроедения. Я просто говорю о том, что делать это нужно очень грамотно и правильно. Если уж вы решили убрать из своего рациона некоторые продукты, вы должны найти им замену, иначе ваш организм будет страдать, не получит важные ему нужные полезные элементы, вещества и, конечно же, клеточное питание. И это все приведет к тому, что ваш организм начнет ослабевать и тратить свои собственные ресурсы. Что же касается следующей причины, и тоже она достаточно распространенная, это, конечно же, патологии в работе желудочно-кишечного тракта. Это плохая усваиваемость продуктов, полезных веществ из продуктов питания. Например, она может быть связана с патологией слизистой оболочки нашего желудка. Мы говорили уже в нашей предыдущей передаче, что одна из таких распространенных причин может быть наличие гастрита. И вот из-за того, что при гастрите нарушается целостность слизистой оболочки желудка, то правильные, полезные и нужные вещества для нашего организма просто не усваиваются. Что касается недостатка ферментов и правильного расщепления еды, также можем записать это в причины возникновения анемии крови. Еще одной действительно распространенной причиной столь распространенного заболевания, можно сказать, это, конечно же, наличие паразитарной флоры. Если мы знаем, что в организме существует такая проблема, как наличие паразитов, то нам нужно в первую очередь обратить на это внимание и почиститься. Для того, чтобы это сделать грамотно, правильно, обращайтесь в наш Центр здоровья Акрида. Мы используем для решения проблем, будь то антипаразитарный комплекс или решение такой проблемы, как анемия, только натуральные природные препараты, которые дает нам сама природа. Это вытяжки, экстракты, масла, травы. И ни в коем случае нет никаких ни добавок, никаких медикаментов, ничего того, что может иметь противопоказания. Наша продукция подходит как маленьким деткам, так и взрослым и пожилым людям. Для каждого мы найдем свои необходимые продукты. Еще одной действительно важной и распространенной причиной анемии крови является нарушение кроветворной функции. Как мы знаем, эритроциты и в процессе кроветворения участвует именно костный мозг. При нарушении этой работы или возникновении дисфункции, к примеру, даже в селезенке, мы можем наблюдать как раз-таки нарушение кроветворной функции и работы нашего организма, которая приведет к анемии, к таким вот неприятным ощущениям, которые я описала, симптомам, которые говорят нам, что организм просто ослабел, и кровь работает неправильно, она не насыщена.
А еще одной причиной возникновения анемии может быть патология эритроцитов, либо их состояние, либо их продуцирование, либо даже их форма нарушается, их строение. По этой причине также очень часто может возникать анемия. Как вы видите, причин действительно много. И уточнять каждую из них, возможно, даже нет необходимости. Нет причин искать, от чего она появилась, почему так случилось. Нужно просто правильно действовать. Мы уже с вами разобрали причины и симптомы анемии. И, конечно же, самое важное, давайте узнаем, что мы можем с этим предпринять, что мы можем сделать, чтобы избавиться от патологии анемии крови, от железодефицитной анемии. Для того, чтобы насытить кровь, повысить гемоглобин и почувствовать себя хорошо, для того, чтобы лишиться вот этого постоянного чувства усталости и недомогания, нам нужно повысить уровень гемоглобина и нужно сделать так, чтобы организм, во-первых, избавился от паразитов, для того, чтобы все эти полезные вещества не тратились на эту микрофлору. Во-вторых, нам нужно сделать так, чтобы организм усваивал все полезные вещества, которые он получит. А это очень важно, потому что многие люди думают, что вот сейчас буду кушать красное мясо, печень, там, к примеру, яблоки, и сразу же уровень гемоглобина повысится до нормы. Это абсолютное заблуждение, потому что продукты питания должны не просто попадать в наш организм, они должны правильно усваиваться. Для того, чтобы это случилось, мы действуем исключительно пошагово. Итак, первое, мы убираем паразитов из организма и уже повышаем, скажем так, шансы усваивать организмом все нужные вещества, в том числе такой важный минерал, как железо. Как это сделать? Для того, чтобы почистить организм от паразитов, мы используем пихтовое масло. Это очень сильный, но эффективный эфир, который помогает нашему организму, в частности нашей крови, избавиться от паразитов и даже от цист, которые находятся в кровяном русле. Мы можем почистить пихтовым маслом организм от любых видов паразитов и бактерий. Мы убьем грибковую микрофлору, абсолютно не повредив при этом состояние нашего кишечника или нашего желудочно-кишечного тракта вообще. Пихтовое масло поработает и уберет паразитов, а вот такой травяной чаек, к примеру, чай «Чистое здоровье», поработает для того, чтобы очистить этих паразитов и выгнать их из нашего тела. Он имеет такой совсем легкий слабительный эффект, но он абсолютно не мешает нам быть на работе, заниматься нашими повседневными делами и при этом получать очень хороший результат. К тому же, вот этот состав трав, который входит в этот чай, их тут больше 10, он помогает восстановить функцию усваиваемости веществ нашим организмом, то есть он повышает ферментативную работу. Еще один замечательный комплекс для чистки – это, конечно же, всем известное касторовое масло. Именно на фоне пихтового масла, на фоне чистки травами, касторка способна только усилить этот эффект. Но если вы не готовы ее пить, то для решения проблемы с анемией, возможно, она и не понадобится. В первую очередь избавляемся от паразитарной грибковой микрофлоры. Для этого мы используем пихтовое масло и травяной очищающий чай. Очень простой состав, очень простое применение этих продуктов и безумно эффективное. А следующим продуктом, который нам нужно будет включить в рацион, это, конечно же, пихтовый экстракт бальзам. Я рекомендую его практически на каждой передаче, потому что по силе и по эффективности очень мало продуктов может с ним сравниться. Сравниваю я только его с эффектом мумиё. И то состав мумиё и пихтового бальзама позволяет сказать о том, что пихтовый бальзам, его растительная основа, гораздо эффективнее для применения как раз-таки работы с кровью, лимфой и иммунной системой. А вот плюс мумиё в том, что больше оно акцентируется и больше результат оно дает при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Но по количеству и содержанию витаминов, минералов и полезных веществ ему нет равных. Поэтому, когда я говорю, что вы почистили организм от паразитов, решили эту проблему и, возможно, устранили главную причину анемии, и сейчас самое время дать организму огромное количество витаминов, минералов и необходимых веществ. И как раз-таки ни фрукты, ни ягоды, ни овощи, ни сбалансированное питание, к сожалению, до конца сейчас, в наше современное время, не может нам обеспечить суточную норму необходимых витаминов.
Поэтому я и рекомендую пихтовый экстракт бальзам, потому что чайная ложка пихтового экстракта бальзама содержит все витамины и минералы суточной нормы, которые вообще необходимы организму человека. Именно благодаря столь сильному витаминному составу он укрепляет иммунитет уже через месяц-полтора после начала применения. Поэтому, если вы хотите решить любые проблемы со здоровьем, а также насытить организм витаминами, нужными минералами и, конечно же, повысить гемоглобин, улучшить состояние, почувствовать энергию, почувствовать прилив и желание действовать сегодняшним днем, работать, активничать, я вам говорю это как гипотоник со стажем, потому что в свое время для меня этот продукт стал неким открытием, потому что со своей гипотонией мои батарейки, скажем так, мой уровень энергии после обеда был настолько низким, что мне было трудно делать какие-то очень активные задачи. Поэтому сейчас я могу вам сказать, что пихтовый экстракт бальзам, очищение организма и сбалансированное питание на сегодняшний день обеспечивает меня зарядом, таким зарядом моих батареек, что я могу с утра до вечера делать любые работы, принимать десятки людей и после этого чувствовать еще, что у меня есть энергия прийти домой и делать что-то там и с большим желанием. Поэтому я вам могу сказать, что как раз таки эти продукты позволяют организму чувствовать себя всегда на все 100, решить любые проблемы, казалось бы, только проблемы диабета и онкологии, но они тоже решаемы. Поэтому обращайтесь в наш центр здоровья Акрида. Это центр не народный, это центр натуральной медицины, где мы очень грамотно и правильно подходим к решению вопроса здоровьем. Для консультаций или для записи к нашим специалистам, или если вы хотите записаться ко мне, звоните по телефонам 067-537-23-23. 067-537-23-23. По этому телефону вы можете получить консультацию по продукции. А вы можете задать вопросы, которые касаются вашего здоровья, и спросить, а что мне нужно, если там то-то и то-то, да, у вас есть уже конкретный вопрос. Если вы хотите прийти записаться на мастер-класс, или кто еще не успел записаться на ближайший семинар, который состоится 1, 2, 3 марта, запись по телефонам, которые я назвала еще раз, 067-537-23-23. 067-537-23-23. По этому телефону вы можете записаться на любой мастер-класс, на мою лекцию, на семинар полноценный, в котором у нас будет не только правильное здоровое питание, не только основы чистки организма, но и масса практики. 80% практических занятий проходят на этом семинаре. Мы пробуем все виды массажа, которые делаем в нашем центре. Мы очищаем тонкий кишечник, мы очищаем лимфосистему, мы посещаем бани, мы чистим печень. Весь этот комплекс позволяет за 5, 8, 10 дней получить колоссальные результаты. Поэтому, друзья, приходите. Первый трехдневный семинар 1, 2, 3 марта. Желающие могут остаться в программе и продолжить свой путь к здоровому образу жизни. Я вас этому научу. Это совсем не сложно. Просто важно знать, что с чем сочетать, в какое время и какие хитрости использовать для того, чтобы всегда оставаться здоровым, молодым, красивым и энергичным. Итак, вернемся к нашей теме железодефицитной анемии. Эта проблема, как я уже говорила, имеет свои причины, свои симптомы и варианты лечения, которые я предлагаю. Даже, скажем так, слово «лечение» не совсем подходит, варианты восстановления организма. Ведь уровень эритроцитов, лейкоцитов мы всегда можем контролировать самостоятельно. Благодаря питанию, благодаря сбалансированному питью, благодаря хорошему режиму дня, потому что отдыхать организму нужно непременно и правильно, в соответствии с нашими биоритмами сна. Это тоже даст нам много энергии и энергии также для нашей крови. Еще один замечательный продукт, который я бы хотела показать, это спирулина. Спирулина и хлорелла не так давно появились в нашем центре, но многие люди знают этот продукт уже очень много лет. Потому что это бактерия, водоросль, это микроорганизмы, которые несут в себе тоже огромный заряд полезных веществ и витаминов. В спирулине и в хлорелле содержится более 650 полезных веществ и элементов. Среди них антиоксиданты,
фолиевая кислота, много других, олеиновая, стеариновая, многие другие кислоты, которые имеют колоссально полезное значение для нашего тела. Витамины почти всей линейки Б, витамины А, С, Е, огромное количество антиоксидантов, то есть это те продукты, это те вещества, которые позволяют нашему телу, так сказать, самоочищаться, проводить природный детокс. И еще в спирулине содержится, помимо всего прочего, натуральный легко усваиваемый белок. Поэтому, по сути дела, люди, которые отказались по каким-то причинам от мяса и хотят правильно компенсировать то, что они его не едят, могут делать как раз-таки с помощью хлореллы и спирулины. Это потрясающий продукт, который может заменить белок, мясной белок, и при этом он позволяет организму быть в тонусе, иметь хорошую мышечную массу, не набирать вес. И также в его составе очень много железа, что крайне актуально для сегодняшней нашей темы, для лечения железодефицитной анемии. Поэтому, друзья, записывайтесь на консультацию «Малая Арнаутская, 33», покупайте нашу продукцию, проверьте на себе, как эффективно, как правильно можно с помощью исключительно природных средств восстановить свое здоровье и в очень короткие сроки. Уровень гемоглобина может восстановиться буквально за 2 недели. Это крайне легкая задача, но ее можно начинать, нужно начинать уже сегодня и достигать своих прекрасных результатов. Я вам в этом могу помочь. И, конечно же, если мы говорим об анемии у деток, как нам поступить в этом случае? Ведь какой-то антипаразитарный комплекс они вряд ли будут пить, а пичкать их чесноком в неограниченном количестве – это вредно для их поджелудочной железы. В этой ситуации я принесла сегодня такое новое масло, оно называется чесночное масло. Очень хороший продукт, очень вкусный, который вы можете добавить как антипаразитарную мягкую программу просто в ваш салат, не знаю, в капусточку, в какие-то печеные овощи для ребенка. И благодаря его мягкому действию организм ребенка будет очищаться. Помимо всего прочего, натуральное масло, основа, помогает организму ребенка получать незаменимые жирные кислоты омега-3, 6, 9, получать очень ценные витамины. И, конечно же, любое масло, еще раз повторяю, любое растительное натуральное масло помогает нам лучше усваивать все жирорастворимые витамины. А к ним относятся такие нужные для детей витаминки, как витамин А, как витамин Е, как витамин D. Обязательные сочетания таких продуктов, как яблочки, такие как свежевыжатые соки, в том числе морковный сок, овощной любой сок, фруктовый, обязательно добавляйте в них растительные масла. Тогда все витамины и минералы будут усваиваться гораздо эффективнее. И тогда ваш организм будет работать просто как часики. Друзья, я еще раз вас приглашаю в наши оздоровительные центры. Малая Арнаутская, 33, наш основной центр, который богат полезными продуктами, вкусными продуктами, интересными мероприятиями. Не забывайте про то, что под нашим крылом находится также Алфей-клуб. И основные продукты Алфей-клуба вы также можете найти на Малой Арнаутской, 33. Основная линейка продукции Алфея тоже находится на Космонавтов, 24. Приходите, пробуйте наши массажи, записывайтесь на банные практики, и мы вас научим, как правильно, интересно, вкусно и приятно работать со своим телом и со своим здоровьем. Записывайтесь на семинар ближайший 1, 2, 3 марта и узнайте, как наша комплексная программа может в самые короткие сроки восстановить любую, абсолютно, ну, решить любую проблему с вашим здоровьем и восстановить самочувствие очень быстро. А также лечить такие заболевания, в частности, и такие патологии, как железодефицитная анемия. Приходите, друзья, мы научим вас, как стать на путь здорового образа жизни без вреда, с эффективностью 100%, весело и интересно. Приходите. Друзья, под видео в YouTube вы можете задавать свои вопросы, я обязательно на них отвечу или запишу новое видео специально с ответами под новой передачей. Всего доброго, будьте здоровы!